Я очень горд сегодня стоять вместе с большим боссом компании Imlight. Но сегодня в Китае также проходит один из самых важных национальных праздников. Сегодня у нас трехдневный выходной. Китайские люди остаются дома со своими семьями. А где же моя семья? Они в Imlight, они в Москве. Спасибо большое, что пришли. Вы моя семья. Наилучшие пожелания еще 30 лет Imlight.